Друзья, дождались. И пусть с метелями, ветром и, как сегодня с утра, минус 19, но в столицу, окружную столицу, пришла окружная студенческая весна. И в нашей студии встречаем гостей. Гульназ Байгуанышева, театр, студия «Отдыхай, город Ханты-Мансийск», Добрейшего. И Георгий, он же, как мне представили, Жора, он же Гога, Кочкин. Актер театра пластики и пантомимы «Гротеск», город Сургут. Все правильно? Да. Все правильно назвал, все три имени, все как полагается, представил. Как в паспорте. Как в паспорте, как в паспорте, так и представил. Итак, так получилось, что в прошлом году программа «Окружная наша» выиграла Россию. И в этом году вы будете открывать студенческую, да, окружную студенческую весну с этой же программы. Да. Встретились через год. Все ли получается? Сколько времени вообще было на репетиции, чтобы сегодня открыть такое масштабное событие? Ну, встретились? Можно начать с того, сколько настаивалась эта программа всего несколько часов. Сколько настаивалась? Всего несколько часов, если все сгруппировать. Ночь в Туле и полдня в Сургуте. Часов 9, наверное. Ну, видите, как хорошо поставилось. Как хорошо взяли в оборот-то. Сразу хлоп и золото. Да, даже какая-то не физическая заточка репетиции. Вот контактик ментальный был. И чтобы хоп-хоп, ага, сделали. Ну хорошо, открытие оно пройдет. В любом случае, да? Хорошо или плохо, вы уже в том году выиграли, что победителей не судят, да? Нам можно как бы и спустя рукава немножечко туда. Где-то не доиграть, где-то переиграть. Если бы. Но все-таки очередная окружная студенческая весна, мысли, планы на Россию. С чем пожаловали? С чем будет выступать на этой окружной студенческой весне сначала театр-студия «Отдыхай»? Театр-студия «Отдыхай» в этом году выступает с пантомимой. Мы выступаем в оригинальном жанре. И также в составе Егорского государственного университета мы ставим программу. То есть в программе тоже, программа, да, тоже заявляете. Что будет, что за пантомима? Какая вообще мысль у этой глубочайшая, величайшая? Главная мысль — это пантомима будет о мечтах. Вот, и нужно мечтать. Да, вот каждый человек, у него есть такой минус, когда он откладывает все на потом. Все хорошее на потом. И вот это потом может быть и не настать. Вот. И так что, если вы мечтаете, свои мечты нужно воплощать прямо здесь и сейчас. Да? Вот. Я вот прям мечтаю погасить ипотеку и не знаю, почему я мечтаю уже 2 месяца, а она все не гасится и не гасится. Гош, что будет, что приведет «Гротеск»? Гротеск уже привез. Вот так, что привез. Здесь. Давайте распаковывайте. Вот, у нас будет номер в ТМФе, театр малых форм, номер в оригинальном жанре и номер еще один в оригинальном жанре, мой сольный. То есть прям так вы плотненько потрудились. Плотненько, да. Плотненько потрудились. Давайте расскажем всем, что все-таки есть конкуренция у города Сургута, у города Ханты-Мансийска, двух локомотивов, так скажем, да, Югу и театр-студия «Отдыхай», и «Гротеск». Соревнуйтесь в любом случае, несмотря на то, что потом окружная студенческая весна, да, победитель объединяется в программу. Все-таки как-то следите за соперниками, допустим, Сургут за Ханты-Мансийск следит, или просто вот вы готовитесь, знаете, что вы в очередной раз будете молодцы. Ты за мной следишь? Я смотрю только их истории. Как друзья. Помогает социальные сети, Инстаграм. Помогает, да? А так, чтобы специально где-то искать номера, просматривать их, нет, такого нет. Такого нет, да? Но все-таки вот эта конкуренция, да-да-да, конкуренция, она чувствуется. Конкуренция чувствуется, она подстегивает все-таки, чтобы, может быть, поработать чуть подольше, порепетировать там, поштурмовать, еще что-нибудь. Это какая-то здоровая конкуренция. То есть нет такого, что мы вас обставим, и вы, может, даже не поедете с нами на Россию, слава богу. Нет, такого нет. Мы очень любим делиться на сцене этими идеями, которые мы привозим сюда, и потом уже вместе их соединяем и везем на Россию. Так было, есть и, надеюсь, будет. Ну вот, Коль, ты уже заговорил про идеи. Откуда черпаете идеи? Потому что смотрел несколько, да, и программ «Гротеска», и номеров. Такие достаточно, ну,
драматургически. То есть есть наполняемость. Это не, я не говорю сейчас о легкости студентов, да, то, что такой возраст, да, где эгей, кураж, бомбей, все-таки достаточно глубоко и апокрифично. Где все это? Где тот ушат, где вы черпаете? Это, наверное, Виктор Викторович виноват. Все виновен, а он молодец. В общем, мы собираемся, мы обычно, это у нас застольный период, мы не просто, давайте сделаем пантомиму, мы сидим и друг друга спрашиваем. То есть, как у всей России в пятницу? Да, застольный период. Ой. Так. Ой-ой-ой, что поставить? Мы, да, говорим друг с другом, что нас волнует. И когда приходим к какому-то нейтральной теме, идее, то мы начинаем ее потихонечку разминать и выносить на площадку. Да. Ханты-Мансийск? У нас, в принципе, такая же система. У нас потом Арслан у нас все так вот в правильную струю все направит, и мы выходим с такими номерами. Итак, шансы. На что? Серебро, золото, бронза вылетели на просмотре. Какие шансы? Нет, ну вот объективно. Объективно? Я в группе С, поэтому у меня все шансы на то, чтобы мне остаться первым. Так. А мы в группе А, и у нас тоже все шансы, чтобы остаться. Мы в разных группах. И так. Поэтому мы в разных группах, но мы вместе. И в двух словах, студенческая весна — это? Студенческая весна — это люди. Студенческая весна — это? Отсутствие сна. Согласна. Спасибо вам огромное. Желаем удачи Ханты-Мансийску, Сургуту. Ну и, конечно же, победы на России. Я думаю, все у нас получится. Спасибо огромное, что проснулись. Репетируйте, друзья, репетируйте. Весна идет. С гостями прощаемся. С вами же увидимся 2-2,5 минуты. Отчет пошел.